Что такое хомстейджинг? Хомстейджинг в переводе с английского – это инсценировка дома. Хомстейджинг – это предпродажная подготовка. Данная профессия зародилась в 70-х в США благодаря деятельности дизайнера Барбары Шварц. Это достаточно молодая профессия, но наша компания активно применяет этот инструмент в продаже недвижимости. Что делает хомстейджинг? Хомстейджинг изучает рынок и запросы целевой аудитории для того, чтобы правильно подготовить квартиру и позиционировать ее. Таким образом, клиент сразу видит весь потенциал квартиры. Существует частое заблуждение, что при продаже квартиры и при ее подготовке одной уборки достаточно. Вовсе нет. Хомстейджинг – это подготовка и возможность расставить грамотно акценты, а также избавиться от визуального шума. Таким образом, наш покупатель, приходя в квартиру, сразу представляет себя хозяином новой недвижимости. Иногда клиенты говорят о том, что покупатель ориентируется не на фотографии, а на квадратные метры. Здесь смею вас заверить, что при большом количестве объявлений очень важно, чтобы наше объявление выделялось. Для этого мы используем хомстейджинг и грамотную фотосессию, чтобы из сотни вариантов запомнили нашу квартиру и пришли в нашу квартиру. Практика показывает, что после правильной подготовки квартиры продаются на 5-15% дороже. Например, у нас были случаи, когда после подготовки хомстейджинга объект продавался на 1-2 миллиона дороже. К примеру, у нас была квартира на Московском проспекте. Квартира находилась на втором этаже, а на первом был ресторан. И это очень отпугивало наших покупателей. Более того, были невзрачные фотографии. После того, как команда хомстейджинга приехала на этот объект, она вдохнула новую жизнь. И что самое приятное, квартиру продали после второго показа. Часто клиенты говорят, что разложить предметы интерьера может каждый. Да, но не каждый может это сделать правильно. Более того, команда «Хомстейджинг» занимается большой аналитической работой по изучению целевой аудитории и тенденций рынка. Именно благодаря такой работе наш клиент заходит в квартиру и понимает: «Да, она моя». Команда профессиональных фотографов и дизайнеров обладает высокой квалификацией, что позволяет им быстро оценить пространство и выгодно презентовать квартиру. Нередко у наших клиентов бывают страхи, ведь не хочется пускать незнакомых людей в свою квартиру. Здесь вы можете быть абсолютно спокойны. Наша команда не пытается переделать вашу квартиру, а лишь правильно расставляет акценты и подчеркивает достоинства. Более того, после проделанной работы мы бережно все возвращаем на места для вашего комфорта и спокойствия. В месяц наша команда готовит более 50 квартир. Согласитесь, вряд ли бы к нам обращались, если бы мы наносили ущерб имуществу. Чтобы избежать разочарования покупателя на объекте после увиденных красивых фотографий, мы предоставляем нашему продавцу чек-лист, по которому он может правильно подготовить объект к каждому показу. Важно понимать, что хомстейджинг – это не про уборку, это про дизайн интерьера и организацию пространства. Перед тем, как команда хомстейджинга выезжает на объект, она предоставляет собственнику некие рекомендации по подготовке. Если собственник не хочет готовить объект самостоятельно, наша команда сотрудничает с клининговыми компаниями, а также с ремонтными службами. Обратите внимание, что команда «Хомстейджинг» работает не только с вашей квартирой, но и с входной группой. Может дать рекомендации, которые повысят привлекательность вашего объекта в глазах покупателя при минимальных затратах. «Хомстейджинг» – это не роскошь, а осознанная необходимость, поэтому при заключении эксклюзивного договора с нашей компанией – это один из ключевых пунктов. Наша задача – качественно подготовить объект и быстро его продать. Современные реалии требуют новых решений. Наша команда будет рада подготовить ваш объект к продаже.